Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие подписчики и уважаемые зрители! Дорогие друзья, я боюсь говорить эти вещи, боюсь говорить эти слова. Мы так надеялись 3 недели на удачное стечение обстоятельств, но буквально 10 минут назад стало известно, что скончался замечательный актер Петр Мамонов. Легендарный актер из фильма «Остров» скончался после продолжительной болезни. Против продолжительной борьбы с коронавирусной инфекцией в возрасте 70 лет. Ранее Петра Мамонова пытались вывести из искусственной комы, однако сделать это не удалось. И супруга Петра Мамонова, Ольга, несколько раз сообщала, что состояние артиста все ухудшается, и поражение легких дошло до 85%. Последние 2 недели Петр Мамонов находился в больнице в коммунарке из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией, и поражение легких достигало до 87%, хотя его даже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Дорогие друзья, Петр Мамонов – это создатель, это икона, это фронтмен музыкальной группы «Звуки Му». Ау, кто родился в 80-е и в 90-е прошлого столетия. Он также известен по ролям в фильмах «Такси Блюз», «Остров», «Пыль», «Царь», «Шапито», «Шоу». Дорогие друзья, светлая память замечательному актеру. Скорбим. Друзья, берегите себя, берегите свои семьи. Счастье так недолговечно. Цените каждую минуту. Будьте добры к себе и к окружающим. Люблю вас. Увидимся.